Всем доброе утро. Выпустила курочек. Да, Чифуля ходит. Чифуля. Ты мой Чифуля, да. Мальчик родился в 2015 году. Да, вот водички налила им. Все сама, без помощников. Никто мне не помогает. Да. Вот. С утра уже встала. Полы на первом этаже помыла. Да, вот такая зарядка у меня. Да, Чифуль? Все. Ведерко забрали. Ну что, работайте, ребят. Я пошла. У меня дальше дела. Так, ищем Кузьму Ириновича. Опа! Всем привет! Всем ребятам, всем подписчикам мирного неба над головой. Да, вот Кузя сидит. Вот кому жить хорошо. Да, никакие на него ни санкции. Да, Кузя? Да, новости он не читает. Он у нас мальчик такой. Ничего не знает. В принципе, все хорошо. Ничего не меняется. Да, Кузя? Да. И вообще вот прям побольше котлет, каши. И вообще бы жизнь удалась. Вставай, пошли домой. Так, подожди, мне ведро поставить надо. Кусь, ты что такой задумчивый? Не проснулся? Пошли, сейчас разбужу. Давай, ко мне, рядом. Ко мне. Давай, 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 давай. Да, у мамы дел много, давай. Так что вот сильно видео снимать уже не хочется, потому что настроение вообще никакого, да, Кузька? Ой. Ну, давай, шагай. Шагай, шагай. Все, ребята, всем мирного неба над головой.